Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня, как всегда, трэш. Залетаем на наш тестовый аккаунт. Сегодня появилась манка, и я решил немножко забрать плюх с маной, чтобы докачать гарнизон. Ну, это, конечно, не все. Сейчас мы пооткрываем плюхи, которые нам дали. И сделаем первые тесты. Мы на стриме с вами покачали в прошлый раз некоторых героев на 13-й уже некоторых гарнизонных. Это была бочка и тритон. Я вспомнил, что помимо этого, для того, вот смотрите, уже собрали даже скин. Помимо этого, надо еще докачать баферов для того, чтобы нормально трешивать в подземках. Но до этого мы тоже дойдем. Мы сейчас с вами качнем тыковку. Так. Открываем. Вот смотрите, какие плюхи, блин. Вот это кайф. Вот заходишь, открыл сундуки, да, там раньше, если ты парился насчет исцеления, тут взял сундуки, вот три исцеления просто. Куча разных карт. В общем, трэш, как обычно. Так, эмблемка. Это эмблемка у нас была, эти сундуки, я, наверное... А, не, я, в принципе, их тоже могу пооткрывать. Немножко мы потратили книг, кристаллов. Поэтому есть возможность их пооткрывать. Так. Мы качали еще 30-й прорыв нашему Зефиру для тестов. Там ребята писали по поводу еще тестов Зефира. Сделаю. Дотестируем с вами. Так. Есть. Ну, вроде все, с плюхами мы разобрались. А, еще вторые сундуки есть. Грубая сила. Грубая сила. Ничего себе. Ну, ничего себе. Вот, нравится вот эти вот самые кайфовые, топовые. Вот третьи, с них кристаллы красные просто валят. И вот эти вот вторые, тут тоже синие кристаллы. Они очень нужны, ну правда на этом аккаунте нам, по-моему, хватает 10 лямов. Там, наверное, еще у нас... Ой-ой-ой-ой-ой. Че это я так сделал? Сейчас, ребятушки, секунду. Верну обратно. Немножко растяну. Нормально, нормально. Так, смотрителей, понятное дело, мы еще качать не будем. И пока я их не планирую здесь качать. Здесь есть куча дел, которыми надо заниматься. Плюс вы можете сразу каждый для себя увидеть какие-то прокачки интересные для тех, кто начинает, кто ленивый, не смотрит определенные видосы. Так, ежедневные награды. Вчера что-то мы пропустили. Ленивые. Три семерки. Здесь ничего не пройдено, по сути. Подземки тоже до кошмарок надо еще добить, потому что в основном все тесты у нас интересные будут на кошмарках. Но сегодня я вам покажу две таких имбушки. Это бочка, которая у нас уже стоит. И тритонище. Тритонище у нас тоже уже на 30-м. Максимальная прокачка. Эмблемой мы сейчас ему сюда всадим. Кого? Наверное, воодушевление 9-е. Для быстрого заряда. Поставим ему панчбокса. И сейчас вы просто, ребята, охренеете с этого героя, точно так же, как и я. Он сливной, конечно же, как видите, у него жизни плюс 195 тысяч, там в 7-8 раз больше бонусом получается, чем его основная жизнь, но сама суть, вы сейчас увидите его урон. У него нету кулдауна, то есть это просто... кайфовый герой. Если бы добавили еще улучшение на гарнизон, я бы без раздумий начал бы качать гарнизон некоторых, на некоторых аккаунтах, потому что, ну, он просто нереальный. Такс. Забираем это. У меня, в принципе, смотрителя нет. Вот такая вот у нас еще будет с вами бочка. Давайте на бочку мы поставим Рудольфика. Он будет снимать негативные эффекты. И просто пойдем где-то какую-то подземочку, которую я прохожу. Вот там многие бегают с героями, с эволюциями, с прочим. Посмотрите сейчас внимательно.
Что делает Тритон? Он бьет 100 целей. Ну, стан прошел. Давай, давай, друг, включайся. Посмотрите на его дамаг. То есть это... Так, ладно. Надо все-таки стартовать с бочки. Потому что он не танк. Это герой, который не имеет... Ну, единственное, что он, как видите... Если мы сейчас высадим вот так вот бочку. И следом за ним Тритона. Вот он зарядился. Он не автопрокер. Был бы он еще автопрокером, например, как Анубис, это было бы просто жесть. Посмотрите, что он делает. У него 100 целей и нету, по сути, кулдауна. Единственное, что ему мешает, ну, в данном случае, это надо всегда, чтобы была цель, которую он может ударить. Потому что он не включается. То есть в этом весь минус. Ну, плюс, конечно, как и все гарнизонные герои, боится стана. То есть тут будут подземки. Дальше мы дойдем с вами до кошмарок. И в кошмарках там он просто на разгоне. Почему я говорю, что я не докачал еще всех баферов. Мне надо тыковка, мне надо купидон для ускорения, скажем так, усиления. И для того, чтобы поставить на него железку. То есть валька. Сейчас мы с вами качнем тыковку. Что-то я на 98 вышел. Как нубас. Давайте поставим сюда тыковку. У меня она тоже здесь не прокачана. Еще до этого не дошел. В общем, здесь длительный путь. Вот у нас будет тыковка вот такая. Вот не с исцелением, а именно с воодушевлением хочу. Сюда мы поставим. Ужас, у меня здесь исцеления нету. Представляете? Мы сюда даже ничего не поставим, потому что... Потому что вот для чего я покупаю такие паки, где мана и золото, чтобы долго не заморачиваться. Так, сделали 50к, а то как-то не солидно. Очень надо много качать. Кто качает новые аккаунты, вот все думают, что за один день там можно мега-мега много качнуть. К сожалению, нет. Надо иметь очень много-много ресурсов. Для этого надо пару недель, наверное, ресурсы покопить, а потом можно за один день качать аккаунт. И то я вам скажу, это такая работа длительная. То есть вот эти заходы, перезаходы, ты просто запаришься туда-назад бегать. Ну, кто был на стримах, те видели. Почему я качаю именно такую тыковку? С воодушевлением она для подземок как бы поинтереснее. Пока она бежит до цели, она уже заряжена. То есть в этом есть плюс. Так, делаем ей сразу агментацию. Второе, тыковка с воодушкой, она как бы... Плюс еще жизнь, можно эмблему, можно хотя, в принципе, можно исцеление воодушку эмблемой поставить. Как бы вариации разные есть, но такая тыковка более универсальна будет на подземках. О, ничего себе, а что ж вы вчера такие паки? Посмотрите на этот мегапак. Обалдеть. 1000, это что у нас, 300, 400 кулаков, книжки. Ну, у меня это все есть, единственное, что можно... За пятюню забрать, хотя там больше расходников. Что тут у нас получается? Мы получили скины. Здесь нас валено. Плюс расходников полно. Вот этот пак, наверное, будет поинтереснее. Кстати, давайте посмотрим, что там у нас по скинах. Видите, у нас скин на оккультиста даже валяется. Мы его даже не апнули. Зефирка на максимум. Все, дальше уже ничего нету. Такс. Тыковка наша. Делаем тыковку. Вот, поэтому и Купидона надо будет, и Вальку надо будет сделать. Потому что для гарнизонных героев они вроде и классные, но для них надо вспомогательные герои, которые их будут бафать. Ну, вы, в принципе, и так знаете, что без тыковки там подземки можно проходить либо мега-мега имбовыми героями в максималке, либо обычными героями, там, которым надо дать разгон пинка, чтобы они что-то сделали.
Сделали аугментацию. Орденов нету, да ладно. Издеваетесь, что ли? Так, атака. Ну, здесь понятно, здесь надо ее больше под архидемона собирать. Я просто такую сделаю, оставлю. А здесь нам надо будет однозначно пиромах, которого мы уже словили. А, вот такая вот тыковка, она будет топовая для подземок, топовая для архидемона, именно с пиромагом. Да и с водушкой тоже она, в принципе, неплохая. Так. Просит нас ее дальше подкачать. Так, ну что мы можем поставить сюда уже? Исцеление. 91 левел надо. Вот так вот. Где-то я ее уже потерял. Сюда можно поставить Рудольфика. Ой, говорю, Рудольфика, этого слона. Ставится слон от стана дополнительно. Плюс так, мы поставим или нет? Мы почти докачали. Ставим исцеление дополнительно, вот так вот. Дальше апгрейд. Вот такая вот вариация, трои героев. Можно запросто. Но это слабенькие подземки, я постараюсь подальше пройти, показать вам во всей красоте этих героев. Но вот стартуем с бочки, так как у нее деф 3 тонн, плюс кидаем тыковку. И тритон просто без кулдауна, он будет сейчас бегать до каждой цели, он просто их выносить будет нафиг. Мы дойдем до кошмарок, видите, здесь они проседают, надо еще отхил какой-то ставить. В данном случае с отхила у нас будет, это будет... Ну, юнитов мы разнесли. С отхила это у нас будет ангел, которого я следующим тоже прокачаю. С гарнизонных героев. Здесь тоже обалденнейший хиллер получается для данных героев, так как нету кулдауна. 470% от атаки ресторит, ну как видите, надо качать. Совсем не качано, как и многие гарнизонные. В общем, вот так вот. Такой вот, ребятушки, трешечок. Записал вам видосик того, что будет и что ожидает нас дальше. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков по гарнизону. Всем удачи, всем пока.